ще раз доброго дня всім тим, хто дивиться телеканал «Київ». Я сподіваюся, що наші постійні глядачі розуміють і знають вже, що протягом двох останніх днів, 7 і 8 червня, ми з нашою творчою командою є ексклюзивними інформаційними телевізійними партнерами і знаходимося в своєрідному марафоні. Всі ми зараз в реальному часі знаходимося в Національному Шевченківському заповіднику в музеї Тараса Григоровича Шевченка на Чердечій горі, де відбувається вже другий міжнародний економічно-гуманітарний форум Ukrainian ID. Основний меседж цього форуму – це революція цінностей. Протягом двох днів експерти в галузі економіки, культури, політики і захисту прав людей обговорюють проблематику, яка існує у нас в Україні, для того, щоб випрацювати певну стратегію і щоб ми її прийняли як основну цінність і почали рухатися до об'єднання і цивілізації. І врешті-решт закінчили війну і перестали руйнувати наше з вами сьогодення і майбутнє наших дітей. Я вважаю, що одні з найкращих спікерів приходять сьогодні на нашу діалогову платформу, так само, як і вчора. І ми хочемо продовжувати нашу розмову з нашим гостем. Це доктор Норберт Нойхаус. Давайте ви ще раз поновите в своїй пам'яті або, можливо, познайомитися з тим, хто він є, а після того ми перейдемо до розмови. Будь ласка, візитівка. Доктор Норберт Нойхаус – віцемер міста Трір. Також відповідальний за імміграційний офіс. В даний час – незалежний бізнес-консультант, політолог, один з теоретиків християнсько-демократичного руху в Німеччині. Є експертом з урбаністики. Доктор Нойхаус вивчав економіку в університеті Бона. Після цього отримав докторську ступінь з міжнародної економіки у Сорбоні. Працював у низці міжнародних організацій та компаній. Також він є співредактором журналу «Ватикану». Пан Норберт є автором книги «Цінності християнської демократії». На міжнародному економіко-гуманітарному форумі Ukrainian ID доктор Нойхаус є одним з хедлайнерів. Він виступає спікером панелі Community ID «Децентралізація, виклики та перспективи». Big Ideas for Small Cities. Ну і так само, окрім пана Норберта, який сьогодні у нас, нам допомагає пані Анна Вагранова, яка так само є спікером на гендерній платформі. Сьогодні вона буде виступати. Вона є підприємницею, громадським діячем, людиною, яка займає достатньо активну позицію. І будемо говорити трохи про гендерний баланс, якщо можна. Адже ми з вами спілкувалися за лаштунками, пане Норберт. І я знаю, що ви прекрасно володієте сімома мовами, ви вчилися у Франції, ви достатньо серйозною політичною діяльністю займалися в Німеччині, ви дописували до журналу «Ватикану», і ви, як людина світу, напевно, як ніхто, можете відповісти нам на запитання, чому ще й до сьогодні в Україні виникає питання гендерного балансу в політиці, зокрема, між чоловіками і жінками? Well, at first I must say that I'm not very happy about the word gender, because behind this word there are hidden a lot of different concepts, and it must be clear. Я хочу сказати, що я сам недоволен этим определением, словом гендер и гендерная политика, потому что за этим словом кроется очень много значений. The one part where I agree completely is that woman and man have the same dignity and they have also before the law the same rights. Первое значение это то, что мужчина и женщина имеют то же самое, одно и то же самое достоинство, и у них одни и те же права, равные. But I'm completely opposed to the gender ideology who makes a woman a man and a man a woman. Но я против гендерной политики, которая почему-то делает из женщины мужчину, а из мужчины женщину. So, to be clear, when we speak about gender, I speak about not the ideology, but about what is the role of the woman. And I think it's always a Christian concept that man and woman has the same dignity.
before God and in the society. И самое главное это то, что мужчины и женщины одинаковое достоинство, они равны перед Богом и перед обществом. And finally, in history, when you look back, it was the case because when man and woman worked together in the farms. В истории происходило все на равных правах в одно время, когда мужчина и женщина работали на фермерском хозяйстве, у них были разделены роли. The two persons were important to run the farm. Два человека были необходимы, чтобы вести фермерское хозяйство. Then we had the time of industrialization. Потом пришла индустриализация. And one of the big achievements of the trade union was that the woman would not be exploited in the way as you were exploited in the first time of the industrial revolution. И одно из достижений индустриализации и профсоюзного движения было то, что женщину нельзя было эксплуатировать, и это было закреплено законом, так как в начале индустриализации эта эксплуатация все-таки имела место. And then, on the other hand, they came this the bourgeoisie who said, "Oh, the woman is at home and the man is outside." А буржуа поделила их на сферы деятельности: женщина оставайся дома, а мужчина пошел во внешний мир. Well, here I think starts a problem. Тут и начинается проблема. Because the working place and the living place were separate. And so we got this dichotomy between man and woman in our social life. So в нашей социальной жизни произошло разделение мужчина и женщина на рабочее место и место домашнее. And it is clear because of biological reason, it's a woman who become mother, and the child needs the contact to the mother in the first 2-3 years. Need also the contact to the father, but the mother is more important in the first 2-3 years. So, по биологическим причинам ребенок после рождения нуждается в матери первые 2-3 года. Мать необходима. Конечно, отец тоже необходим, но мать здесь главное значение для ребенка, и поэтому произошло разделение. And we have the situation, especially in Germany, that the men are so taken by the professional work that finally the children grow up in a fatherless society. И у нас в Германии это тоже проблема, что мужчины настолько вовлечены в добычу денег, они столько работают, что ребенок, получается, теряет отца и живет без отцовщины. Але, можливо, я зроблю трошки ремарку таку на відпочинку, коли я спостерігаю за німецькими родинами, якраз зовсім навпаки, не так, як наші слов'янські. А чоловіки дуже багато часу проводять зі своїми дітьми на відпочинку. А жінка якраз відпочиває. І інколи у слов'янських жінок виникає враження, що німецькі чоловіки дуже багато приділяють уваги вихованню своїх дітей. Чи так це? Yes, but this is also a process. In politics, for instance, we give to the mother a time, not only to the mother, but the mother has always a protection time of 3 months after birth. Я хочу сказать, что это процесс. Женщине всегда предоставляется 3 месяца по уходу за ребенком. And then there has a possibility to choose for 12 months. Потом она может выбирать 12 месяцев провести с ребенком. And if the father wants, если папа хочет, they get 2 months. У него 2 месяца, на 2 месяца больше ему дают. But it is also possible that instead of the mother, the father take this 12 months. У нас также в Германии возможно, чтобы отец смотрел за ребенком, а мать ушла на работу эти 12 месяцев. This was introduced some years ago. Этот закон приняли много лет тому назад. And this makes the new generation. The fathers are more interested. И в новом поколении люди, папы хотят более вовлечены и поднимать их и смотреть на них, как они растут в детстве, то есть заниматься детьми. And we can see there's a shift in perception that a lot of men said it's not the career which is the first point, it is also my family. I want to have a balanced life between my family and my work.
Поэтому у мужчин в Германии произошел сдвиг в понимании семьи. И они понимают, что не только карьера важна, а и уход за ребенком, и они хотят сами проводить больше времени с детьми. То есть он говорит о том, что этот процесс пошел уже давно. Например, у меня есть друг, и он один из главных менеджеров. He has four children. У него четверо детей. And he loves his children to be with his children. И он обожает своих детей, хочет проводить больше времени с детьми. And he fight in his company that he can go at home at 5 o'clock. And then he said, I want to come back at 8 o'clock. Then we can continue our discussion. But I want to see my children when they are still not already in bed, not sleeping. Потом он выбрал уходить с работы пораньше, а потом возвращаться, когда чтобы провести время с детьми, пока они не спят, и потом заняться своими делами на работе. But all his colleagues, which are not married or have no children, they know at 8 o'clock we are on our party already. So we must change a little bit also our manner of working and life and use our time. That family life is more important than to have a professional career. We must bring it together. Но у него друзья часто критикуют этого друга, говорят, что 8 часов мы как раз уходим все пиво пить и погулять. Поэтому мы должны поменять влияние, поменять наше мнение по поводу семьи, понять, что семья – это тоже очень важно. And let's say that not only the woman take all the work of the family, that the family is man and father and mother. То семья держится не только на усилиях женщины, а на общих усилиях отца и матери, мужчины и женщины. Я абсолютно з вами згідна, і я намагаюся нібито в сучасній Україні все ж таки підняти внутрішню проблематику нашого суспільства, коли ще зі стародавніх часів, з пострадянських часів, все ж таки виключно жінка мала відповідати за сімейні цінності і за дітей, а чоловіки тільки займалися соціальними процесами, ну і тепер в сучасному світі більше бізнесом і політикою. Але можу вам сказати, що це не так просто, тому що в Україні вважається, що це особиста справа будь-якої сім'ї. Ви як людина, яка займається християнською демократією, чи вважаєте ви, що сім'я може бути відокремленою від усіх тих процесів, що відбуваються в суспільстві, як в єдиному організмі? І чи дійсно це особиста справа окремої сім'ї? Чи все ж таки це питання соціуму як такого? І соціум має напрацювати певний погляд на цю проблему? I think in the last years, always all the ideologies, they make a politics for the woman, a politics for the children, very rare a politics for the man, for the father. This is wrong. We must make a politics for family. За последние года получилось так, что многие социологи дизайнировали политику для детей и матери отдельно от политики для мужчин. А мы должны работать на политики семьи. When you have healthy families, then you will have a healthy society. Когда у вас здоровые семьи, у вас будет здоровое общество. And this is not only money. И это не только деньги. It's more important to give to the family time to be together and to develop the culture of her individual family. Самое главное проводить время со своей семьей и строить культуру своей семьи. And it is also to teach the young people who want to make a family that they learn how to live together and how to avoid conflicts and how to arrange things. I think just now more and more the young people don't know what is a real family. Мы должны учить молодежь, как строить семью, потому что все больше молодых людей растеряны, они не знают, что такое семья. И не знают, как кооперировать вместе, а самое главное – это научиться жить вместе и решать все конфликты. I have five brothers and sisters. У меня 5 братьев и сестер. So
And I have 10 nephews. И 10 племянников и племянниц. But a lot of other young people has no brother, no sister. They don't know what is. Ну, очень много одиноких людей, у кого нету семьи, братьев, сестер, они не знают, что такое семья, а потом сами начинают, и им это трудно. So there is an educational point, and I think also the church has a образовательный момент. Role to play in this fact to prepare people to marriage, to have really holy and healthy families. Он считает, что церковь играет большую роль в образовании людей, построении семьи. Ми б з вами могли дуже довго продовжувати цю дискусію, адже питання церкви і взагалі впливу духовної складової на розвиток суспільства – це тема нашого окремого ефіру, напевно. Я хочу вас запросити до нас у Київ на мій авторський проєкт на телеканал «Київ». І буду дуже щаслива, якщо ви зможете і знайдете час до нас прийти. Але я щаслива, що саме завдяки цьому форуму ви мали можливість познайомитися і поспілкуватися. Я дуже зичу вам наснаги і щоб ви ще дуже багато великих і важливих справ зробили не тільки в своїй країні, але й по всьому світові. Дякую вам дуже. Ми зараз маємо перейти на рекламу, після чого я звертаюся до вас, шановні глядачі. Якщо вам цікаві наші гості, і якщо ті теми, які ми піднімаємо, так само є темами, про які ви думаєте щодня, а можливо не замислюєтеся, але зараз, коли почули, ви розумієте, наскільки вони важливі, залишайтеся з нами, ми в прямому ефірі. Це телеканал «Київ», ексклюзивний інформаційний телевізійний партнер економічно-гуманітарного форуму «Ukrainian ID», який вже вдруге відбувається в Національному Шевченківському заповіднику. Після реклами у нас буде ще один дуже цікавий гість, який протягом достатньо великого часу був послом Америки в Україні, і ми поговоримо і дізнаємося його думку, що відбувається у нас і що ми маємо зробити, щоб у нас відбулася революція наших цінностей. І знову привіт всім тим, хто дивиться наш марафон, який ми протягом останніх двох днів, 7-8 червня, робимо з Тарасової гори. Ми в Каневі. І знов-таки наголошую, можливо, для тих, хто ще не знає про це, що телеканал «Київ» є ексклюзивним інформаційним телевізійним партнером економічно-гуманітарного форуму «Ukrainian ID», основна мета якого – за допомогою експертів, українських професіоналів і людей, які приїхали з різних куточків світу, все ж таки випрацювати наші цінності, і щоб відбулася революція цінностей. Це основний меседж цьогорічного форуму. І зараз я хочу вас познайомити з дуже поважним гостем, людиною надзвичайно фаховою, професійною, важливою і в політиці, і в культурі, і в мистецтві. Перед тим, як розпочати з ним діалог, я б хотіла, щоб ви почули візитівку і трохи поновили в пам'яті, хто такими є пан Джон Хербст, який зараз сидить переді мною. Отже, будь ласка, візитівка і після того до розмови.
Джон Хербст, посол Сполучених Штатів Америки в Україні 2003-2006 років. Від імені США він брав активну участь у медіації політичної кризи під час помаранчевої революції, закликаючи до вільних та демократичних виборів президента України та недопущення насильства. Сьогодні дипломат із 30-річним стажем завідує Євразійським центром Атлантичної ради, де займається проблемами міжнародних відносин США, України, Росії, Близького Сходу та Центральної Азії. Джон є експертом з перехідних та нестабільних суспільств, які здійснюють трансформацію державних інститутів від конфліктного до мирного стану. У Каневі під час форуму Ukrainian ID 2019 пан Хербст буде виступати як спікер панелі Human Security ID – нова безпекова стратегія країни, людина як найвища цінність. Здравствуйте, господин посол. Я же правильно вас могу называть, господин посол? Да, пожалуйста. Это всегда остается вашим званием на протяжении всей вашей жизни? Навсегда. Навсегда. А вот уже второй год вы являетесь одним из основных спикеров здесь, на Ukrainian ID. И вы участвуете в организационном комитете, это правда? Да. Почему вы поддерживаете именно этот форум? И как глава организационного комитета, почему вы считаете, что он должен проходить именно в Каневе, здесь, в музее, который связан с жизнью Тараса Григорьевича Шевченко? Ну, меня пригласили участвовать именно в этом мероприятии. И тоже говорит о том, как нужно устроить это мероприятие. И видно, что это место, которое имеет значение для культуры Украины. И, безусловно, это очень красивое место. Поэтому имеет смысл организовать эту конференцию здесь, в Каневе. Но причина для конференции, процветание культуры – это важная часть украинской независимой жизни. Все. А в 2005 и 2006 году, когда происходили достаточно серьезные трансформационные процессы в Украине. А вы были тем человеком, который наблюдал, чтобы не было насилия. Скажите, пожалуйста, вы лично, какие видите проблемы в нашем обществе, которые, возможно, еще с тех времен не решены, и почему украинское общество на сегодняшний день еще до сих пор достаточно агрессивное? Я не говорил бы, что украинское общество агрессивное. Но, безусловно, многие проблемы, которые были видны лет 15 тому назад, остаются. Речь идет особенно о проблеме в сфере коррупции и в общем судебном процессе. После революции Майдана мы видели и еще видим настоящий прогресс. Трансформация в области снабжения газом – это прекрасный шаг. Тоже шаг против коррупции. Реформы в области, как сказать, процесса, по которому правительство покупает вещи, прозор, это тоже хороший шаг. Изменения в области банков, хороший шаг. Но, опять, мы не видим подобный шаг вперед в прокуроре и в системе судей. Господин посол, скажите, я ошибаюсь, если думаю, что закон это высшая точка, после которой общество начинает развиваться. Если мы не дойдем до вершины этой горы, то мы можем очень долго ходить по кругу, решая проблемы нефти, газа, банков. Но если не будет работать закон в Украине, мы обречены просто на бесконечный такой горизонтальный процесс. Закон. Конечно, это чрезвычайно важный вопрос, но не единственный. В Украине есть
довольно много хороших законов. В общем, Конституция неплохая. Но предварить эти законы в жизнь – это еще второй вопрос. Мы сейчас говорим о менталитете. При наличии хорошей Конституции и хороших законов люди не хотят их выполнять и не берут на себя ответственность. В чем вы видите причину этого парадокса? Ну, во-первых, Украина еще жертва ужасного советского прошлого. И мы знаем, что в Советском Союзе один из самых злых режимов в истории мира были очень хорошие конституции и законы. Но мы знаем тоже, что власть в советское время в общем не обращала много внимания на законы. Конечно, они публично соблюдали, но на самом деле они вели страну без, как сказать, они не были ограничены законами и Конституцией. И, в общем, такой процесс остался в руководстве новой независимой Украины. И это, опять, громадная проблема. Это двойные стандарты и двойная мораль. Это люди не употребляют это слово в связи с этой проблемой, но это можно тоже это называть какой-то есть официальная власть с законами, и потом есть настоящая власть, когда высокопоставленное лицо звонит какому-то судью, говорит, вот это, у вас есть такая проблема, нужно решить это следующим образом и не обратить внимания на закон. Вы достаточно давно находитесь в этом пространстве и неплохо ориентируетесь в процессах. Я совершенно недавно для себя услышала такой странный термин, который в последнее время часто начинают употреблять политологи, политики, эксперты, как глубинное государство. Говорят об этом и с точки зрения России, и говорят об этом с точки зрения Украины. Это глубинное государство. Это вот этот вот фундамент, который нам достался в спадок, по-украински, в общем, достался нам в наследство Советского Союза. Это оно? Я сказал бы один элемент. То, что люди, руководители страны в начале независимого периода уже привыкли к системе, в которой, в общем, законы не главный элемент в управлении страны. И вот такой тип управления продолжался. Но можно это называть глубинное государство, хотя источник этого выражения как раз из Америки, из нашего нового, сейчас не совсем нового президента Трампа. А в чем его суть, вот этого понятия? Ну, и по Трампу глубинное государство – это бюрократия, которая остается все время, несмотря на то, кто является президентом. И по его понятию, эта бюрократия имеет некоторые черты, некоторые тенденции. Они идут в этом направлении, несмотря на результаты наших выборов. У нас это довольно спорный термин. Конечно, его поборники одобряют эту тему. В основном его противники говорят, что, в общем, это политическая идея
а не настоящий анализ. Это очень интересная часть дискуссии, но в данном случае, в рамках нашего форума, я хочу вернуться к тем ценностям, которые обсуждаются в этом году. И вы, спикер и модератор платформы Human Security. Когда говорится о том, что человек является главной ценностью, скажите ваши несколько главных принципов, которые бы можно было применить в Украине современной, чтобы люди через ментальную свою чакру осознали, что каждый человек есть ценность? Ну, на мой взгляд, культура в Украине понимает именно эту важную идею. Мы знаем, конечно, что Украина – это не Россия. И в истории российская политическая культура всегда подчеркивала как раз государство, страну за счет человека. Так. И даже известный русский историк Ключевский писал, когда российская власть марширует, российский человек страдает. И точно так. И я ссылаюсь на это, потому что в Украине, которая, на жаль, стала частью Российской империи, они всегда имели, люди здесь всегда имели совсем другой подход. Они хотели отдалить именно Украину от влияния Москвы. А именно потому что, по моему пониманию, они понимали, что вот человек – это самое главное. То есть это часть ментальной традиции, которую зародила эта земля? Да, может быть, потому что это тоже, на жаль, для Украины в истории власть всегда была где-то другое. Как что-то не здешнее, что-то хоть немножко чуждое. Поэтому они хотели как-то смягчать влияние этой чужой власти ради именно украинцев, людей этой страны или этого региона. Если пофантазировать, в идеальном варианте, какой вы видите систему устройства этого государства, которая была бы максимально эффективной для развития? Я уверен в том, что Украина нуждается в системе, настоящей системе, работающей системе законов, когда хорошие законы притворяются в жизнь. И поэтому все знают, как сказать, как мы говорим в Америке, правила жизни. Они соблюдают эти правила. И эти правила дают им возможность работать и процветаться. Здесь проблема исходит из того, что законы не работают. Поэтому, если законы не работают, защита для человека исходит из его связи с теми высокопоставленных лиц. И поэтому, если вы талантливый, вы, скажем, инженер, и вы начинаете какой-то умный бизнес, и вы начинаете процветаться, любой капитан или полковник или подполковник в Министерстве внутренних дел или в экономическом отделении СБУ могут прийти к вам и требовать от вас вашу прибыль. И поэтому очень трудно для страны развиваться. Но в данном случае мы говорим о бандитизме, рэкете, незащищенном бизнесе. Но я бы хотела, чтобы мы это рассмотрели в контексте
децентрализации. Украина достаточно разноплановая страна. И юг Украины отличается от севера Украины, восток от запада. Каким образом и кто будет делать так, чтобы внутренние законы, которые существуют в том или ином регионе, защищали и бизнес, и личность, и культуру, и работали на развитие, если нету централизации власти, как люди к этому привыкли при Советском Союзе? Есть здесь, на мой взгляд, два важных элемента. Первый элемент – это то, что всегда лучше, когда люди всегда лучше, когда власть ближе к людям. Это значит, что хорошо, если каждая область и каждый район и каждый город и село в Украине были ответственны за многие свои дела. То есть это эффект маленькой общины, громады, людей, которые знакомы друг с другом. И с проблемами своего региона или своего района и так далее. Что у них было довольно много власти и ответственности. Поэтому, как модель, на мой взгляд, это то, что нужно. Но потом есть второй элемент. И это исходит именно из людей. Нужны честные люди, нужны компетентные люди. И, конечно, вы хотите, чтобы компетентные, умные и честные люди были во главе. Иногда есть такие люди в регионах или в областях, иногда в центре. И поэтому есть примеры, когда нужно вмешательство из центра в каком-то городе, потому что, скажем, главный политик в том городе коррупционер. Да, но как раз в этом же и есть проблематика. С одной стороны, на местах можно найти талантливых людей и верить им ответственность за регион, который они хорошо знают. Но, с другой стороны, масса примеров, когда именно бандиты, коррупционеры, люди, владеющие оружием, либо властью, захватывают эти регионы и становятся такими своеобразными царями на своем куске земли. То есть мы возвращаемся к своеобразному феодализму. То есть мы возвращаемся назад, а не идем вперед. Что должно стать отправной точкой, чтобы люди отказались от этой модели феодальной, средневековой, и чтобы они двинулись вперед? Что это? Опять, нужны хорошие законы, которые потом можно воплотить в жизнь. И нужны хорошие люди отвечать за то, что нужно делать в стране. Нет одна формула. Будут такие примеры, о которых вы говорили, и будут тоже примеры, когда, в общем, скажем, во многих областях руководители хорошие, но в центре есть коррупционеры. Но если законы, в общем, хорошие, если они, в общем, употребляются, то это нужная основа для процветания страны. Господин Херст, у нас осталось 3 минуты до конца нашего эфира, но в прошлом году именно от вас здесь на форуме я услышала очень оптимистическую фразу, что в Украине все не так плохо, как на самом деле пытаются показать политики и средства массовой информации, что Украина даже скорее больше жива и способна к развитию, чем как нам пытаются показать, что это политический, экономический и культурный труп. Что вы думаете на сегодняшний день?
мое мнение не изменилось. Безусловно, Украина характеризуется живой демократией. И вот почему сейчас есть новый президент, который вообще никогда не был политиком, потому что украинский народ устал от старых политиков и их образа управления. И мышление, наверное, в том числе. Да, в том числе. Сейчас есть большая борьба между новым президентом и старой Радой. Это тоже это настоящая демократия. Да? Когда Дума воюет с Путиным, Дума только подчиняется Путину. Здесь настоящая демократия. Конечно, было бы лучше, если бы все работали вместе и сделали то, что нужно для страны. Но мы знаем, что здесь остаются многие старого мышления и, не скажем, самых чистых намерений. И нужно как-то справиться с ними, преодолеть их оппозицию. И это требует времени. Но я думаю, что мы видим, что в следующем году и в следующих нескольких годах мы увидим еще настоящий прогресс. А какие ваши перспективы и ваше мнение по поводу развития непосредственно форума Ukrainian ID? Ну, это еще новое мероприятие, только второй год. На мой взгляд, начало было довольно сильным. Конференция в этом году тоже сильная, несмотря на то, что сейчас идет эта большая политическая борьба в Киеве, и из-за этого не все официальные лица сюда приезжали. Но я уверен в том, что через лет 10 будет уже 12 мероприятий, и, наверное, масштаб мероприятий через лет 10 будет гораздо больше, чем сегодня. Поэтому перспектив настоящий. Мы так или иначе со всеми нашими гостями говорим о Наталье Заболотной, которую первый президент Украины Леонид Макарович Кравчук в своей речи сравнил с Жанной Д'Арк. Но, как мы помним из истории, Жанна Д'Арк не очень хорошо закончила, хотя ярко начинала. Вы как мужчина, как человек и как эксперт считаете, что Наталья справится и пройдет этот путь, когда через 10-12 лет здесь действительно будет украинский Давос? Ну, я думаю, что это очень-очень трудная цель. Я не знаю, можно достичь этой цели через лет 10. Через лет 20 или побольше совсем возможно. Но мы знаем, что Давос на его 10-й годовщине, не был Давос, который существует не только сегодня, или даже лет 20 тому назад. Но мы в данном случае говорим о личности, о Наталье Заболотной. Но, безусловно, она энергичная. Ну и во многом благодаря вашему участию и... Я не преувеличивал бы свое участие в этом. Но я благодарна вам за то, что мы имели эту беседу. И сегодня еще будем разговаривать. Я хочу нагадать нашим глядачам, что мы находимся на Чернечій горі. У нас відбувається 6-годинний марафон, протягом якого ми спілкуємося з найкращими людьми і спікерами, які приїхали з усього світу і з України для того, щоб поговорити про наші цінності, для того, щоб врешті відбулася культурна, економічна і політична революція, і щоб Україна зайняла чільне і гідне місце серед цивілізованих країн. Зараз у нас невеличка перерва, після того долучайтеся, будь ласка, залишайтеся з нами, адже дискусія триває і наші гості будуть тут змінюватися. Я б хотіла, щоб ви трохи подивилися, що відбувалося вчора тут у нас в Каневі. І ми пропонуємо вам невеличкий дайджест, який ми відзняли з нашою творчою групою, адже телеканал «Київ» є цього року офіційним ексклюзивним інформаційним телевізійним партнером, і ми даємо можливість усій Україні спостерігати за цими подіями безпосередньо. Увага на екран.
Другий день форуму розпочнеться з панелі, що розгляне головну тему цьогорічного заходу – тему цінностей. Values ID – цінність як ціль інвестицій в майбутнє. Ще одна з панелей другого дня – Infrastructure ID, яке майбутнє транспортної інфраструктури України. Під час цієї панелі будуть обговорені принципові питання щодо зв'язку транспортної інфраструктури з економікою України, названі топ-5 інфраструктурних проєктів з високим рівнем макроефекту та досліджено іноземний досвід реформування транспортного сектору. Наступна панель розгляне питання про культурний туризм як рушійну силу економіки. Саме це питання варто обговорювати на високому рівні з найкращими експертами України та світу, вважають організатори. Мета ж панелі Technology ID – розсуваючи межі можливого, це відверте обговорення і вивчення ролі, яку прискорений технічний прогрес грає у суспільстві і в житті кожного з нас, і як це впливає на наше спільне розуміння майбутнього людства. Після усіх панелей та дискусійних платформ сьогодні в музеї імені Тараса Шевченка у Каневі відбудеться урочисте оголошення резолюції форуму, комюніке форуму «Конституція цінностей». А ще 7 та 8 червня у Каневі у рамках Міжнародного економіко-гуманітарного форуму «Ukrainian ID» відбудеться благодійний фестиваль сучасної музики та арту на березі Дніпра. Шева Фест – open-air фестиваль для open-minded людей, дарує запальну пляжну вечірку, драйвову живу музику, діджейські виступи, бойове шоу та майстер-класи володіння козацькою зброєю від запорозьких січових козаків. Також на відвідувачів фестивалю в арт-центрі «Червоне-чорне» чекає 10-годинний читацький марафон та ще безліч активностей. А сьогодні о 18:00 у Шевченківському культурному центрі у рамках фестивалю відбудеться сольний концерт «Музика серця» дворазового володаря Гремі, відомого оперного співака, народного артиста України Анатолія Кочерги. Всі виручені кошти з продажу квитків будуть передані на завершення відбудови Шевченківського культурного центру у місті Канів. We'll be right back.